Вот что такое автопарк? Сколько автомобилей считается автопарк? Вот есть автопарк кабинета министра, там 300 автомобилей, да? Не знаю. Ну, два автомобиля – это автопарк? Нет, наверное, что не автопарк. Это просто автомобили, которые выкористовываются, так? Угу. Это первое. Во второе. Было сказано, когда я приобрел эти автомобили, хоть какая-то информация была? То есть я их приобрел на госслужбе или нет? То есть у всех есть доступ к моей трудовой деятельности. Все мое, которое мне было приобретено, я не был на госслужбе. Прошу прощения, я пришел на Луцкий пост, там сказано, у мытника. Прошу прощения, я 4 месяца всего лишь на мытник. 4 месяца. Ну, допустим, давайте вы говорите, вот там, Бентли, все же интересуют Бентли? Да. Вот, пожалуйста, 2008 год. 2008 год. Не 16-й, не 16-й. Открываем. Селянская инновационно-холдинговая компания. Зам генерального. Где госслужба? То есть формально идет спотворение информации. Если мы говорим про госслужбу, то прошу прощения, я не в 16-м году ее приобрел. И все транспортные средства, которые у меня находятся, да, BMW, Bentley, которые все говорят, да, все куплены не на госслужбе, и я не находился на госслужбе. Так давайте говорить честно. Вот пресса играет роль, как будто, знаете, вам все хочется какого-то пиара, какого-то шоу, да. Ребят, ну давайте охотиться, охота на ведьм, да. Только почему-то под охоту на ведьм попадают совершенно другие люди, да, в отличие. Когда кричат, там, извините за выражение, автопарк. Два автомобиля – это шикарный автопарк, это гигантский. Тут у всех семей, извините, такие автопарки в Украине, да, большинства. А когда 12 часов, да, или иконы, или, извините за выражение, находятся мощи святых, да, то есть это нормально считается. А вот тут, по-моему, у вас 5 активов. Где? В декларации. Нет, то извините. Audi TT, Bentley. Послушайте, Audi TT – это автомобиль, который находится в укрыстании брата моей жены. Так. Угу. У меня Bentley в укрыстовании. Другого автомобиля у меня нету. У жены находится X5 2007 года. Угу. То же самое в этот же период был куплен. Есть он первая регистрация. Очень легко посмотреть по первой регистрации. Sierra Berliner. Я не знаю, что такое Sierra Berliner. Это, кстати, это водный мотоцикл брата. Угу. А брат тоже не госслужащий. И отец у меня пенсионер. У меня в семье госслужащих нет. На госслужбу я пришел в 16-м году, 4 месяца назад. А все, что было приобретено, не было на госслужбе. Вот и вся история. А еще можно на державной службе обслуговывать эти активки, которые вы... Слушайте, вопрос заключается, а что их обслуживать? А давайте объясним. Ну, что обслуживать? Ну, больные, например. Ну, вы заправляете свой автомобиль? Я не, у меня немає. Ну, я думаю, что я могу использовать, грубо говоря, обслуживать автомобиль, находясь в Луцке, автомобиль находится в Киеве. Как бы позволяет, если он стоит все время в гараже. Могу я обслужить автомобиль, стоящий в гараже? Але я, наскільки пам'ятаю, от в декларації там у вас не вказано житла якогось, ну це за 2015 рік, так, в Луцьку. Ну, тому що, щоб тут знаходитися, треба або сюди доїздити, або тут жити. Потягом. Вопрос заключається в тому, що вам хочеться знайти. Ви думаєте, я зараз, мені не стидно їздити на Бентлі? Ви думаєте, мені зараз не стидно, да? Владеть дорогим автомобилем. До страны довели до такого состояния, это когда... Это стыдно, если честно, зароблено. А как оно может быть? Скажите. В этой стране, по-моему, богатство – это большой грех уже. Потому что когда в стране люди находятся за чертой бедности, а у меня, извините, дорогой автомобиль, ну хорошо. Это, знаете, это уже некрасиво. Зеленский очень красиво сказал, мне стыдно ездить на дорогих автомобилях. Хотя я могу себе позволить. Ребята, давайте открыто говорить. Вас волнует, украл я это у народа или нет? Отвечая на вопрос, я не был на госслужбе. Другого варианта ответа быть не может по е-декларированию. Потому что, ребята, вы меня извините. Я не был мытником. Я пришел специально, чтобы на этом мытнице делать какие-то изменения. Прошу за мой французский. Если это не устраивает Волынь, ну вы меня извините. Это одна история. Если вас это не устраивает. Если вас не устраивает, вас устраивает жизнь, которая была при Янаке, давайте живите в ней. Живите и как хотите. Посмотрите, что происходит с этой страной. Никто не хочет изменять. Приходят активисты, извините за выражение, это какая-то реальная заказуха. Потому что никто из активистов реально со мной не хочет встречаться. С прессой, которая, извините за выражение, Львовский, наши гроши, высветила эту информацию спотворенную, да? Потому что, ну напиши ты, пожалуйста, о том, что это все было не на госслужбе. В чем проблема? Нет, мы это не пишем. Нас же интересует дорогой автомобиль и автопарк красиво выдать. Москаль говорит, мажор-дизайнер. Да ты открой мою биографию, где дизайнер? Это что, дизайнером хоть жизнь был? Никогда в жизни. А чего Москаль так переживает? Вот чего Москалю переживать-то, а? Или меня кто-то ведет? Я пошарил, что вы будете на Закарпатской мытнице. Хорошо, а с чего он это решил? Не знаю. Значит, ему страшно стало, да, наверное?
Ну, реально, а чего ж ты так переживаешь, дорогой ты мой? Чего у тебя такой страх появился? И у кого-то другого появится страх? Ребята, есть закон, да? Я реально сдавал, извините, я действительно прошел по конкурсу. Я сдавал конкурс. И извините, на начальника Волынской таможни я тоже шел на конкурс. Открытый конкурс. Я что, стал видите начальником или как? Багато було претендентів. Четверо или пятеро было. Ви ж, напевно, чули, що багато бізнесу взагалі перестає обслуговуватися на Волинській митниці. А ви думаєте, я прийшов, от любой сейчас сотрудник можна вызвать, да? Там, сказать. Я как только прийшов, я місяць реально кожну неділю зустрічався з суб'єктом діяльності. Не с активистами с Ивано-Франковска, Житомира, откуда-то, которые не понимают, что здесь происходит, а именно с субъектами. Я со всеми разговаривал, я смотрел, какие проблематики. Я писал на тот момент, когда был ТВО, начальника Волынской таможни, наши влака, служебные записки, что нужно поменять по телефонам, по казначейским счетам, по обслуживанию. И идет работа. Просто есть работа, когда она технически, ее нужно выполнять. И если кто-то из субъектов хочет сказать о том, что здесь на Луцкой таможне, вернее, именно в Луцком посту, это коррупция, придите, скажите, что я с кого-то хоть что-то копейку потребовал, да, или кто-то здесь что-то вымогает. И вот эти все товарищи, да, которые так называемые псевдоактивисты, да, потому что это реально псевдоактивисты, да, а реальные контрабандисты. Ну извините, вы будете орать? Хорошо, орите. Мы тоже будем на это реагировать. И еще раз говорю, грабить эту страну больше никто не будет. Активисты просили, чтобы я написал заявление, там, допустим, бумагу, да, про чищение Влада. Ну, ребят, если вы смотрели, да, то есть два момента. Когда, согласно новому закону про державную службу, вы приходите на госслужбу, вы должны были первым написать, кроме всего перечня документов, там есть такая бумага, про очищение Влады, да, и эта бумага была пройдена, и есть ответ, да. Я сразу говорю следующий момент, что мы уже тут тоже не ходили кругом да около. Вот если вы снова... подтверждающий о том, что я прошел очищение Влада. Иначе я не был призначен бы на всю посаду. Подзвонила співробітниця, сказала, что будут активисты. Придут активисты. Я просто... Признала? Не, ну я не знаю. Она сказала, что будут активисты, або активисты знаходятся, десь что-то такое. А... Я кажу, дайте телефон, если есть возможность, ну пусть переговорят. Ну, не знаю, давали телефоны, давали. Ну, вот одни из активистов, которые были, там, Лихалит, да, ми з ним домовились, в Києві зустрілися, переговорили. Я вам показав, звідкіля все це моє. Він вибачився, сказав, що ну, я вважаю, що це була якась така спланована підстава для цієї організації. На цьому ми розсталися, спілкуємося досить. А якої організації? Я не знаю. Він каже, що це хтось поплутав і дав неправдиву інформацію стосовно моєї, як то кажуть, моїх доходів. То ви зустрічалися один на один, чи це була? Ні, ми зустрічалися декілька людей. Угу. Декілька людей. Це був батальйон «Айдар». Я не знаю. Я ж не... Люди прийшли, як ви знаєте, прийшли люди. От, в той раз, коли мене не був, хтось питав, що це за люди були. Активісти. Все. Угу. Ну, Лихоліта, тим не менше, ви запам'ятали. Ну, тому що Лихоліта я бачив. Я раніше бачив. Я був на Майдані, я знаю, хто такий Лихоліт. Чи готові ви якось організувати якусь дійсно публічну зустріч і от так, як є, зараз розповісти про це? В будь-який момент. Я говорю всем, я говорю, в любой момент приходите, я не против, я готов со всеми встречаться. Мне не страшно давать интервью. Мне просто страшно, что пресса перестала быть нормальной прессой, да, а просто дают информацию, которая нравится публике. Я как открываю любой телеканал, у нас ни одни из новостей ничего приятного не показывают. Только грязь и страх. Покажите что-то, хоть что-то хорошее. Почему вы считаете, что все люди плохие? Почему вы считаете, что люди, приходящие на госслужбы, должны быть ворами? Вы закончите это интервью и закончится тем, что, грубо говоря, в конце концов, меня опять покажут в формате, как это правильно, какого-то злочинца. Я согласен. А тех мытников, которые, извините за выражение, всю жизнь здесь воровали, да, никто же не трогает. Никто не вспоминает других, да. А почему не вспоминать тех, кто, извините за выражение, был, агитировал за регионы, да, стоял в Мариинском парке, они почему-то все при власти. А борются почему-то, извините за выражение, с активистом на Майдане. Да, я встречался с ним в Киеве и сказал, что ты, ну, все, напечатал все объяснение в чем, ну, на Фейсбуке и так далее, потому что непонятно, откуда взяли машины и так далее, но им на Фейсбуке все там напечатал, читал, и можно сделать проверку и так далее. А ось він каже, що ви з ним домовилися, що у вас вже більше до нього претензій ніяких немає, і ви нібито попросили вибачення за той випадок, за той похід на митний пост.
Ні, ми насчет вибачення не просив, ми з ними сіли, з ним поговорив. Ситуація в тому, вибачення ніхто не це. Я просто об'яснив, що народ не розуміє, откуда стільки тебе автомобілі, і просто розкажи їй це. І вийди, каже, на прес-конференцію, і все зробите. Ви можете право його запитати. Ну, насчет вибачення, такого не було, я хочу сказати. Те, що я з ним розмовляв, це дійсно так. Ну, але ви йому не казали, що ця акція була якась заказна, якимось там спланована? Я не казав за це. Хто це казав, що заказна? Ну, він так стверджує, Олександр Щуцький, що... Ні, це він мені казав, що це цю акцію замовили його начальник митниці там. Він же поста, а це начальник митниці. А ви з ним один на один зустрічалися, чи ще хтось був? Ні, коли у нас був його сотник Тарас, я забув, як його звати, ну, фамілія Тарас, його звати, а фамілія не пам'ятаю. Це було в Києві. А ви знаєте Олександра Щуцького з часів Майдану, так? Так. Знаю Олександра Щуцького з Майдану, ну, ми її зустрічалися, ну, він же тоді був підприємцем. Зустрічалися, ну, був на Майдані, він боровся. Іменно разом з нами.